Народ, привет! Продолжаем работу по УАЗику. Он высох. Фотки вы уже видели. Я его подкрасил. Ну, сделал как он. Ближе к оригиналу. Пока еще ничего не закончено, но потихонечку все делаю. Вот. Сегодня буду пробовать делать подвеску. За основу возьму мосты от VPL. Так как у меня кое-какие уже запчасти есть. Вот, и в принципе они вроде должны подойти. Заказал я мосты отдельно. Вот, поэтому, чтобы время не тянуть, сейчас я снимаю мосты с шишиги. Вот так это будет выглядеть. Вот, в принципе, все подходит. Вот, по ширине немножко укорочу, уменьшу. Вот, снимаю мосты с шишиги, коробку, вот, и все. Внедряю на УАЗик. Ну, а вы смотрите, что из этого получится. Смотрите, значит, мы берем, откручиваем рессоры на шишиги. Вот они отсюда вытаскиваются. И получилось очень быстро. Выдергиваем их с этой стороны и выводим оттуда. Все. Получается, вот он наш мост. Так. Теперь снимаем то же самое спереди. Откручиваем два саморезика. Потом откручиваем рулевую направляющую. И таким же макаром аккуратненько сзади вытащили. И спереди вывели. Все. Второй мост. Коробку пока не снимаю. Сначала надо мне придумать, как буду внедрять мосты. Поэтому шишига идет на полочку. Так, теперь берем мы наш УАЗик. Можно, кстати, немножечко его подсобрать. Так. Сейчас подсоберем чуток. Прикрутили заднюю запаску. Поставили обшивочку. Вернули дверь на свое законное место и закрутили. Вот так вот это получилось. Так. Раз. Два. Вот так вот. Вид сзади. Дальше. Где-то у нас тут были фонарики. В задний бампер. Во, уже совсем другой вид. Так, теперь еще одни фонарики. Во, прям машина преображается. Как вам? Так, вставляем. Зеркало заднего вида давайте заодно сразу подкрасим. Отражатель сделаем. Вот так вот я покрасил. Есть у меня, в принципе, и вот такой вот алюминиевый скотч есть у меня. Но я, в принципе, с ним не заморачиваюсь. Там особо видно не будет. Подклеил и все. Вот у меня одно зеркало с отражателем, другое без. Вот сюда, наверное, я сейчас вырежу как раз кусочек скотча. Теперь два зеркала у нас блестящих. Так, значит, нам надо сейчас прикрутить
остекление. Пока что прикручу салон, но придется его потом опять откручивать, потому что надо будет куда-то выпиливать в салоне под коробку. Вот. Потому что места тут нигде не хватит. А аккумулятор я планирую, что будет в багажнике. Его и менять будет удобно. Вот там. А регулятор будет под капотом. В принципе, место здесь есть. Ну, посмотрим. Может быть, и регулятор тоже придется где-то на заднем сиденье расположить. Уже, как говорится, будем смотреть по месту. Так, все, салон встал. Закрываем дверь. Раз, два, три. Все. Ну и вот, смотрите. Так, ну переднюю это я еще поставлю. Фары. Вот так это смотрится сбоку. И вот так это смотрится сзади. Все, пока что это в сторону. Так, переходим дальше. Так, разбираем полностью мы теперь всю шасси. Откручиваем и убираем в сторону, потому что это нам пока что ничего не нужно. Так, откручиваем все лишнее. Освобождаем дно. Так, разобрал я полностью дно. Смотрите, беру. Зеркало. Беру мост. Вот. Грубо говоря, просто так вот прикладываю. Смотрите, насколько он шире. Ровно в пол колеса. Вот, смотрите, что я хочу сделать. Сейчас я. Снимаю я ВПЛовские. Только не теряйте там втулочка. Вот если мы его отпилим, то колеса уже становятся глубже. Наверное, вот такую ширину мы и будем оставлять. Так, что у нас с рулем? С рулем придется подтачивать посадочные отверстия на колесах, чтобы они садились глубже. Значит, мы сейчас берем еще разочек кладное дно. Так, беру мост. Смотрим, значит, где это что у нас будет находиться. Так, значит, отпиливаю сейчас вот эту часть всю. Ну и дальше будем смотреть. Так, все убираем, переворачиваем. И, друзья мои, пилим.